Помню, случай был однажды с пацанами в гараже. Накрутили мы бумажки, дабы быть на кураже. Насей бурило нехило, стали глюки мы ловить. А Толяна и Кирилла уничтожила в нули. Мы барыгу проклинали, ну когда отпустит нас. От такой бешей силы мы заводим свой подкаст. Цифры есть на телефоне, ща накажем мы ништяк. Ну давай, братуха, звоним. Алло, мудак. 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 Нам барыга отвечает, мол, легальная хуйня. Жалоб к нам не поступало, все огонь, вообще ништяк. Мы с ебалом охуевшим наезжаем на типа. Мол, когда-то тележка нас захочет отпускать. Мы не пили и не ели, только дунули и все. И по счету две недели я угашен как осел. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Алло, мудак.